Взрывы газа в Магнитогорске и шахтах заставляют задумываться о безопасности все больше. Под патронажем общественников прошло совещание по вопросам эксплуатации и содержания газового оборудования в многоквартирных домах. Многочисленные проверки профильными ведомствами показали большой процент износа газовых плит и отопительных приборов. Но все же главная проблема – доступ к оборудованию. 30% квартир центральных районов Ярославля обследовать вообще не удалось. У некоторых нет даже договора на обслуживание газового оборудования. Проверки выявили неудовлетворительное состояние систем вентиляции в домах. Накопившиеся вопросы общественники вместе с представителями региональной власти решают с газовиками и профильными департаментами. Для нас это все говорит о том, что очень важно сегодня попытаться все-таки найти слабые места, посмотреть, что надо сделать в технической сфере, что надо сделать в нормативно-правовой, законодательной, что необходимо нам предпринять для того, чтобы информировать граждан, чтобы работу по обеспечению газом в жилом секторе региона, да, собственно, не только Ярославской области, но, наверное, это и России будет касаться в целом, а наше предложение мы обязательно направим на федеральный уровень, чтобы ее вывести на должный уровень безопасности.